Мэр Москвы Сергей Собянин провел заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В заседании в формате видеоконференции приняли участие губернатор Тверской области Игорь Рудени, главы других регионов страны, руководители федеральных министерств и ведомств. Участники обсудили мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции. Так, с 27 марта на территории Тверской области приостановлено проведение нескольких видов деятельности. Мы по рекомендации Федерального штаба приостановили проведение развлекательных, спортивных, просветительских, рекламных мероприятий с личным, очным участием граждан, а также ограничили работу и посещение ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров. Участники заседания говорили и об обеспокоенности граждан нехваткой средств защиты. Игорь Рудени отметил, что этот вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки. Наше население выражает обеспокоенность недостаточным наличием и недостаточными предложениями средств индивидуальной защиты в аптечной сети. Мы все понимаем, что мы должны поставлять на федеральный уровень, у нас есть задания, договора, но надо не забывать, что мы тоже являемся субъектом Российской Федерации. Еще одна причина для беспокойства – это фейковые новости и распространение инфекции. Вот несколько из них. Опасность передачи коронавируса через бананы, посылок из известных китайских интернет-магазинов в несколько раз увеличено число зараженных. Ну а последней распространенной ложью стали сообщения о введении в Москву военных и техники из-за коронавируса. Происходит распространение фейковых новостей по средствам массовой информации. К сожалению, это не территория Тверской области, это совершенно другие люди, которые присылают всем. Я тоже прошу проанализировать эту ситуацию соответствующим органам. Когда там люди начинают разгонять там, через WhatsApp фотографии и видео там, техники, солдат, которые там, на подступах к Москве. Слушайте, мы все понимаем, что это подготовка к параду 9 мая. Но не надо передергивать и там, показывать, что что-то идет не так, что там какую технику где-то собирают. В ходе заседания особо была отмечена важность соблюдения всеми гражданами необходимых мер для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.